смотрим фильмы с одними и теми же лицами. Игры с угадыванием и различными блицами. Похожие друг на друга одинаковые дома. Серые, черные, унылые города. На телеэкране сменяют друг друга герои развлекательного досуга. Как будто певицы, как будто на сцене искусственные аплодисменты. И опять на арене чьи-то жены, дети и их подруги. И где-то в пригороде Калуги, за сценой местного дома культуры, печальный промоутер считает купюры. На приезжий спектакль не идет народ. От пропавшей еды разболелся живот. Кругом плохие гостиницы и холод собачий. Ему таксист опять не находит сдачи. Повторяются темы для обсуждения. Снова власть, народ, общественное мнение, развитие демократии, падение культуры, ремонт в квартире, горячие туры, герои глянца и простой народ. Где встретил, с кем провел Новый год? Выложить фотографию, написать коммент, лайкнуть видео, поймать нужный момент. И каждый день повторение предыдущего, оправдание своего хлеба насущного. Словно белка в колесе движется по наклонной. Серый пейзаж, заключенный в раме оконной. В поисках смысла и каких-нибудь идеалов следим за вымышленными героями из сериалов. Они смелые, они выходят за рамки. А мы даже дома живем, как пауки в банке. Мы смеемся, думая, что это комедия. Но наша жизнь по своей сути трагедия. Мы исчезнем, не оставив ничего после себя. С надеждой, что про нас вспомнит семья. Нам кажется, что вся жизнь впереди. Даже если мы в самом конце пути, мы пытаемся развлечься, чтобы не умереть от скуки. Представляем, какими будут наши внуки. Словно мертвые рыбы плывем по течению, никакому не приходя заключению. Каждому из нас не хватает терпимости. Наша жизнь какой-то ком несправедливости теплится в темноте с мая до апреля. И совсем нету света в конце тоннеля. Мы можем предполагать, но мы не знаем, что важно. Нам не ясно, как жить, и умирать страшно.